Слушайте новую музыкально-поэтическую композицию «Экспромт» на стихи замечательной поэтессы Вероны Шумиловой. Композиция называется «Вторая ночь весны». Музыка исполнения Самуила Пруновича из цикла «Ожившая поэзия». Вторая ночь весны, яру краткой, все тайны ваши, тайны свои. Тогда зачем вы пишете так сладко, если во строчках о своей любви? Тогда зачем вы пишете так сладко мне снова в строчках о своей любви? Зачем в безумных грезах ваши речи? Ведь замирает сердце взаперти, вы дарите вечер, ночь и вечер, а как уйти мне, как от вас уйти? Вы дарите мне вечер, ночь и вечер, а как уйти мне, как от вас уйти? Немыслимые сцены ваших строчках, и я, как лист осиновый, дрожу, не нахожу ответа в ваших точках, и среди них взволнованно брожу. Да будет третья ночь вновь ожидание, мне что ответить, честно, без потерь, и без упреков, и без оправдания, чтобы открыть для вас желанно дверь, и без упреков, и без оправдания, чтобы открыть для вас желанна двери. Стучаться к вам не буду, ждать умею. Быть может, я отвечу в эту ночь, читаю ваши строчки и бледнею. Вне сомнения отправляю прочь, читаю ваши строчки и бледнею. И вне сомнения отправляю прочь. Спасибо за внимание. С вами был Самуил Фрумович. Музыкальная композиция «Экспромт. Вторая ночь весны». Стихи Вероны Шумиловой.